Добрый день, уважаемые друзья, с вами снова Перпетум или же Александр. Вы наверняка заметили изменения в моем интерфейсе. Слева появились какие-то цифры и изображения моего оружия или моего инструмента и моей брони. Что же делает этот дополнительный интерфейс? Он отображает, сколько ударов осталось вашей кирке, вашему мечу или же вашей броне. То есть теперь вы постоянно сможете наблюдать за тем и следить за тем, насколько хватит вам еще брони. Потому что раньше, в принципе, можно было следить за броней, но вы точно рассчитать не могли, сколько же ударов мне может нанести моб. То же самое и с киркой. Вы шли в подземелье, вы не знали, ага, вроде бы половина есть, но кто его знает, сколько там ударов, на сколько блоков хватит. Рассчитать не получится. Теперь же кирка отображает точно, сколько, точнее, этот интерфейс отображает, сколько точно ударов осталось у кирки. Точнее, сколько точно блоков она сможет еще разбить. Давайте посмотрим, как это работает. Как вы видите, кирки нам еще хватит ровненько на 128 блоков. Давайте я вам продемонстрирую. Мы бьем землю, оп, 127 блоков, 126 блоков, 125 блоков. То же самое и с мечом. У нас хватает меча еще на 245 ударов. Мы подойдем и убьем моба. Оп, нанесли один удар, 244 удара. Но проблема в том, что если я ударю мечом землю, буду копать мечом землю, это засчитывается за два удара. Вы посмотрите, видите, и меч кончается быстрее, так что вывод какой. Ребята, не ройте землю мечом. Давайте теперь посмотрим, как же дела обстоят с доспехами. Мы включим ночь. Где мои враги, где мои монстры? Зомбяшка, иди сюда, крипер, отойди, тихо, не мешайся под ногами, зомби, иди сюда, не вздумай трогать моего крипера, давайте посмотрим, оп, он ударяет, снимает по одному удару каждой броне, посмотрите, выглядит это примерно вот так, то есть зомби наносит по одному удару по броне, это довольно понятно и просто, то есть теперь вы сможете рассчитать, сколько еще раз зомби сможет вас ударить, прежде чем вы умрете? Давайте съедим его мясо, которое съесть, к сожалению, нельзя. Может быть, эндермен больше нанесет урон? Эндермешка, иди сюда. Давай, ударь меня. Я хочу. Нет, эндермен ударяет тоже всего лишь по одному поинту. Но здоровье снимается больше. В общем-то, я рассказал, что делает этот мод. Этот мод добавляет интерфейс, который позволяет следить за состоянием ваших оружий, инструментов и доспехов. С вами был маленький криперок Жужик, Перпетум, ну или же Александр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, я буду очень благодарен, и вам от этого будет хорошо. Если же нет, не делайте этого. И до новых встреч, пока!